Один из самых успешных британских поп-рок-исполнителей, покоривший публику экстравагантными образами и проникновенными песнями. Обладатель всех главных наград шоу-бизнеса, неутомимый гастролер, давший более 3000 концертов по всему миру. И щедрый филантроп, пытающийся спасти мир от неизлечимой болезни. Все это о неповторимом Элтоне Джоне. Зачем Элтон Джон начал носить очки, не имея проблем со зрением? Почему долгие годы не общался с матерью и чем не раз злил верующих? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашем новом видео. Ну что, готовы? Тогда начинаем! Микс-шоу представляет. Начнем! Элтон Джон, как живет рокетмен и куда тратит свои миллионы? Реджинальд Кеннет Дуайт родился 25 марта 1947 года в лондонском пригороде Пиннер в семье военного музыканта Стэнли и его жены Шейлы, увлекавшейся игрой на фортепиано. Родители мальчика постоянно скандалили, мать часто била сына, а отец не замечал. И Реджи стремился больше времени проводить в доме бабушки и дедушки по материнской линии. Единственным, что объединяло Реджи и его родителей, была музыка. Они познакомили сына с популярной музыкой, однако его отец был категорически против того, чтобы сын связал свою жизнь с шоу-бизнесом. Впоследствии он так и не одобрил его выбор и даже ни разу не был на концертах. Реджи научился играть на бабушкином фортепиано еще в 4 года и уже тогда мог на слух подобрать практически любую мелодию. В 7 лет он начал заниматься с преподавателем, также сочиняя собственные композиции. А в 11 выиграл стипендию от Королевской академии музыки, которую посещал по субботам. Несмотря на то, что мальчику нравилось исполнять произведения Шопена и Баха, он не был прилежным учеником. И хотя Дуайт с легкостью сдавал экзамены даже без подготовки, он решил бросить академию перед выпускными экзаменами, как, собственно, и общеобразовательную школу. Когда Реджинальду было 14 лет, его родители развелись, и вскоре мать вышла замуж за художника Фреда Фейрбразера, который оказался заботливым отчимом, и поддержал мальчика в стремлении стать музыкантом. Мать, к слову, тоже начала относиться к сыну гораздо теплее, чем раньше. Через некоторое время они переехали в новую квартиру в том же районе, где Реджинальд написал свои первые песни и где продолжал жить, имея за плечами 4 хитовых альбома. В 15 лет, благодаря матери и отчиму, Реджинальд устроился пианистом в местный паб, где играл хиты и собственные песни с четверга по воскресенье. Несмотря на то, что в то время у парня было нормальное зрение, он начал носить очки в роговой оправе, чтобы подражать звезде рок-н-ролла Бадди Холли. В 62-м Реджинальд вместе с друзьями основал группу Bluesology, с которой на протяжении нескольких лет выступал в популярных клубах. В 67-м парень ответил на объявление в британской газете New Musical Express, размещенное Рэем Уильямсом из звукозаписывающего лейбла Liberty Records. Он передал Реджи конверт с текстами песен от Берни Топпина, который тоже откликнулся на объявление, и дал задание написать к ним музыку. Кастинг молодые люди не прошли, однако это положило начало многолетнему творческому союзу. Когда они впервые встретились лично в 67-м году, то написали песню «Scarecrow». По словам нашего героя, они никогда не ссорились ни в профессиональном, ни в личном плане. Возможно, потому что никогда не писали песни вместе. Топпин присылал тексты, а он отправлял ему уже записанную композицию. 6 месяцев спустя Реджинальд стал называться Элтоном Джоном в честь участников группы Bluesology, саксофониста Элтона Дина и вокалиста Лонга Джона Болдри. А в 72-м он официально сменил имя на Элтон Геркулес Джон. Забавно, что второе имя он выбрал не в честь мифологического героя, а в честь лошади по кличке Геркулес из британского ситкома «Степта и сын». В 68-м Джон и Топпин присоединились к DJM Records в качестве штатных авторов песен. В течение 2 лет они сочиняли легкие треки для популярных в то время исполнителей. И в числе их ранних работ была песня «I can't go on living without you», с которой певица Лулу могла представить Великобританию на Евровидении 69-го.
Последовав совету музыкального издателя Стива Брауна, тандем начал писать более сложные песни для Джона. Так, в 1969 году в свет вышел его дебютный альбом «Empty Sky», получивший неплохие отзывы от критиков, однако оставшийся почти неизвестным широкой публике. В конце 60-х артист был помолвлен со своей секретаршей Линдой Вудру. В то время она финансово помогала Джону и Топпину. Однако за две недели до свадьбы Элтон разорвал с ней отношения. Несмотря на то, что с тех пор они не общались, в 2020 году артист по просьбе Вудру оплатил ей операцию на колени. Интересно, что песня «Someone Saved My Life Tonight» посвящена тому, как Элтон испугался брака и отказался от планов жениться. В 70-м был выпущен альбом «Элтон Джон», занявший высокие позиции в чартах, номинировавшийся на Грэмми и установивший действенную формулу для последующих пластинок. Рок-композиции с госпел-аккордами в сочетании с пронзительными балладами. В том же году вышел еще более успешный концептуальный альбом «Tumbleweed Connection», посвященный темам освоения Дикого Запада и гражданской войны в США. Кроме того, в 70-м Джон начал свои первые однополые отношения с менеджером Queen Джоном Ридом, вскоре ставшим и его менеджером. Их отношения закончились спустя 5 лет, однако Рид продолжал работать с Джоном до 98-го года. Затем последовало несколько значительных релизов. В 71-м вышел альбом «Madman Across the Water», а в 72-м «Honky Chateau», который стал первым альбомом Элтона, поднявшимся на вершину Billboard 200. Эта пластинка начала серию из 7 альбомов номер 1 в США подряд. В 73-м Элтон записал поп-пластинку «Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player» и альбом «Goodbye Yellow Brick Road», который мгновенно завоевал всеобщее признание критиков и стал самым продаваемым в его карьере. В 74-м Джон выпустил пластинку «Caribou» и совместно с Джоном Ленноном записал кавер-версию песни «The Beatles – Lucy in the Sky with Diamonds». Также он поучаствовал в записи песни Леннона «Whatever Gets You Through the Night». Интересно, что Леннон пообещал исполнить ее на одной сцене с Джоном, если она займет первое место в американских чартах. Так и случилось, а выступление на концерте Элтона стало последним для звезды Beatles. В 75-м Джон появился в экранизации рок-оперы «Томми», а также выпустил автобиографический альбом «Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy» и рок-ориентированный «Rock of the Westies», которые дебютировали на первом месте в американских чартах. В том же году Элтон получил звезду на Голливудской аллее славы. Тем временем артист пристрастился к запрещенным веществам и алкоголю, а в 75-м едва не умер от передозировки. Также он начал страдать от булимии и депрессии. В 76-м были выпущены альбом Blue Moves, включавший в себя сингл Sorry Seems to be the Hardest Word, а также невероятно успешный дуэт с Kiki D Don't Go Breaking My Heart. К слову, творчество Джона в период с 70 по 76 не только было коммерчески успешным, но и получило самые высокие оценки от музыкальных критиков. Любопытно, что все 6 альбомов артиста, вошедших в список 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone, относятся именно к тому периоду. Вскоре в одном из интервью Джон заявил о своей бисексуальности. Он не решился сразу назвать себя геем, побоявшись шокировать фанатов. В ноябре 77-го Элтон объявил об уходе из музыки, объяснив это решение творческой и физической усталостью. А Берни Топпин начал сотрудничать с другими музыкантами. Но вскоре артист передумал бросать карьеру, решив выпускать по одному альбому в год. И нашел нового автора текстов, Гэри Осборна, с которым в 78-м записал пластинку «A Single Man». В 79-м Джон стал одним из первых западных артистов, гастролировавших в Советском Союзе. Забавно, что увидев артиста в ярких и необычных костюмах, многие люди решили, что в западных странах все одеваются подобным образом.
В это же время Элтон выпустил диско-альбом «Victim of Love», не впечатливший ни публику, ни критиков. Следующие несколько пластинок тоже не имели большого успеха. Так что после этого артист воссоединился с Топпином, и в 83-м году они записали пластинку «Too Low for Zero», позволившую артисту вернуться в чарты. В это же время Элтон познакомился со звукорежиссером из Германии Ренатой Блауэлл, с которой они поженились в день Святого Валентина 84-го года. Но уже во время медового месяца мужчина сказал молодой жене, что хочет, чтобы она оставила его в покое. По ее словам, она едва не лишила себя жизни после такого заявления. Тем не менее, их брак был расторгнут только в 88-м. Все это время Элтон Джон продолжал записывать новую музыку, выступать и сотрудничать с другими артистами. А в 88-м на лондонском аукционе Sotheby's было продано более 2000 памятных вещей Элтона, что принесло ему более 20 миллионов долларов. Тогда же был выпущен альбом «Rag Strikes Back», который оказался наиболее успешным из его пластинок второй половины 80-х. А самым рейтинговым синглом Элтона за десятилетие стала композиция «That's What Friends Are For», записанная с Дайан Уорвик, Глэдис Найт и Стиви Уандером, за которую они удостоились премии Грэмми. В конце 80-х музыкант перенес лазерную операцию по удалению узелков на голосовых связках. Впоследствии он признался, что эта проблема была вызвана злоупотреблением запрещенными веществами. Также он выпустил коммерчески успешный альбом «Sleeping with the Past», который посвятил Берни Топпину. 90-е годы начались для Элтона Джона очень успешно. В 90-м сингл «Sacrifice» стал номером один в Великобритании. В 91-м Джон стал лучшим британским исполнителем по версии премии Brit Awards, а в 92-м композиция «Баск» получила Грэмми за лучший инструментал. Кроме того, к 90-му году Джон наконец покончил с пагубными пристрастиями. По признанию артиста, в этом ему очень помогла песня Кейт Буш и Питера Гэбриэла «Don't Give Up». В 92-м музыкант выпустил альбом «The One» с одноименным хитом. Интересно, что эта пластинка стала первой работой, записанной Джоном в абсолютно трезвом состоянии. Элтон впоследствии вспоминал, что без алкоголя и запрещенных веществ делать записи было очень непросто. В апреле того же года артист выступил на концерте в честь своего близкого друга Фредди Меркьюри на стадионе Уэмбли, исполнив «Show Must Go On» и «Богемскую рапсодию» с оставшимися участниками Queen. Также в 92-м Элтон наконец признался, что ему вполне комфортно быть геем. А в 93-м начал встречаться с молодым канадским рекламным директором и режиссером Дэвидом Фернишем. Затем Джон и Тим Райс написали несколько песен для диснеевского мультфильма «Король Лев» 94-го года. Артист получил Оскар и Грэмми за песню «Can you feel the love tonight», ставшую большим хитом. В том же 94-м Джон был введен в зал славы рок-н-ролла, а в 95-м выпустил альбом «Made in England» и исполнил вошедший в него сингл «Believe» на церемонии вручения премии Brit Awards, получив приз за выдающийся вклад в музыку. В том же 95-м музыкант стал командором Ордена Британской Империи. Лето 97-го было омрачено гибелью двух близких друзей Элтона. 15 июля был убит Джанни Версачи, а 31 августа в автокатастрофе погибла принцесса Диана. В начале сентября Джон попросил Берни Топпина переделать текст их песни 73-го года «Candle in the Wind» в честь Дианы. И 6 сентября он исполнил ее на похоронах принцессы в Вестминстерском аббатстве. You lived your life like a candle in the wind. Песня, которая изначально была написана о Мэрилин Монро, принесла Элтону Грэмми, стала самым продаваемым синглом в истории Billboard и с продажами в 33 миллиона копий вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Доходы от продаж в размере около 70 миллионов были пожертвованы в благотворительные организации Дианы.
Также в 97-м был выпущен альбом «The Big Picture», посвященный покойному Версаче. В то же время Джон написал музыку к бродвейскому мюзиклу «Король лев», а в 98-м королева Елизавета посвятила Элтона в рыцари за его заслуги в музыке и благотворительности. Тем временем артист разорвал дружеские и деловые отношения с Джоном Ридом. Дело в том, что аудиторы музыканта обнаружили в его отчетности недостачу в 25 миллионов. И шокированный Элтон, не ожидавший предательства от Рида, подал на его компанию в суд. Из-за публичного расставания с Ридом Элтон очень серьезно поссорился с матерью, которой нравился бывший партнер сына и которая обвинила в их разногласии Дэвида Ферниша. К слову, мать и сын помирились только в 2015-м, всего за 2 года до ее смерти в возрасте 92 лет. В 99-м Элтон и Тим Райс записали альбом для мюзикла «Аида», за который получили премии Тони и Грэмми. В том же году артист пережил приступ стенокардии во время перелета, после чего ему установили кардиостимулятор. В 2001-м вышел альбом «Songs from the West Coast», но тогда Джону, видимо, надоело сниматься в собственных клипах. В ролике на песню «This Train Don't Stop There Anymore» вместо него появился Джастин Тимберлейк, а в «I Want Love» — Роберт Дауни-младший. Кстати, видео о Тимберлейке и Дауни-младшем вы можете посмотреть на нашем канале. В 2004-м в свет вышла пластинка «Peachtree Road». В 2005-м Джон написал музыку для мюзикла «Билли Эллиот», где он также исполнил главную роль. Через год вышел второй автобиографический альбом «The Captain and the Kid». Тем временем в конце 2005-го Джон и Ферниш стали одной из первых пар, заключивших только что ставший законным в Великобритании гражданское партнерство. В 2009-м пара хотела усыновить украинского мальчика с ВИЧ, но чиновники отказали, заявив, что законодательство Украины не признает однополых союзов. В 2000-х годах Элтон Джон дал огромное количество сольных концертов, а также выступил со многими мировыми звездами, среди которых были Селин Дион, Канье Уэст, Билли Джоэл, группа Alice in Chains, Леди Гага и Кейт Буш. В конце 2010-го Джон и Ферниш впервые стали родителями. 25 декабря с помощью суррогатной матери у пары родился мальчик, которого назвали Закари Джексон Левон Ферниш Джон. А еще в 2010 году Элтон не на шутку разозлил членов христианских групп в США, назвав Иисуса Христа сострадательным и невероятно умным геем, который хорошо понимал человеческие проблемы. Противники гомосексуальности засыпали музыканта угрозами, однако на его мнение это никак не повлияло. И в 2014 году он заявил, что Иисус наверняка был бы сторонником однополых браков. В 2010 году активные гастроли Элтона продолжились, и, например, 30 июня 2012 года он посетил Киев, став частью совместного с Queen концерта, организованного фондом Елены Пинчук «Антиспид». К слову, в 2007-м он уже давал благотворительный сольный концерт в Киеве. В том же 2010-м Элтон вместе с эксцентричным кантри-музыкантом Леоном Расселом выпустил альбом «The Union». По словам артиста, эта работа ознаменовала новый этап в его карьере, когда ему уже не нужно делать поп-альбомы. 11 января 2013 года та же суррогатная мать родила Элтону и Дэвиду младшего сына, получившего имя... Приготовились Элайджа Джозеф Дэниел Ферниш Джон. К слову, помимо двоих детей у музыканта целых 10 крестников, среди которых Шон Леннон и сыновья Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин и Ромео. А крестной матерью его сыновей стала Леди Гага. Однако мать Джона, которой никогда не нравился Ферниш, с внуками так ни разу и не увиделась. В сентябре того же года Джон получил награду Brits Icon Award за огромное влияние на культуру Соединенного Королевства и выпустил свой 31-й альбом «The Diving Board». Декабря 2014 года, после того, как в Великобритании стали законными однополые браки, Джон и Ферниш поженились. Любопытно, что еще в 2008-м Джон считал, что для геев предпочтительнее партнерство, чем брак. Однако в 2012 году он изменил свою позицию, заявив, что слово «партнер» не отражает глубоких чувств к человеку, в отличие от слова «муж».
Пара по сей день живет в счастливом браке, и, по словам Элтона, на протяжении уже 16 лет они каждую субботу отправляют друг другу открытки с признаниями в любви. В 16-м году артист выпустил пластинку «Wonderful Crazy Night» и снялся в боевике «Kingsman: Золотое кольцо», премьера которого состоялась в сентябре 2017-го. Ну вот, можешь идти спасать мир. А если спасу, как насчет двух билетов на следующий концерт? Милый, спасешь мир, за кулисы пущу. Может, даже в заднюю дверь. Также он помог собрать 2,5 миллиона долларов на президентскую кампанию Хиллари Клинтон, выступив с концертом в Нью-Йорке. В начале 2018-го артист заявил, что отправляется в трехлетний прощальный тур «Farewell Yellow Brick Road». Он объяснил свой уход со сцены желанием посвятить остаток жизни семье. Хотя признался, что еще совсем недавно даже не думал прекращать гастролировать. Тем временем студия Paramount Pictures приступила к работе над байопиком о жизни Элтона с детства до 80-х годов, где его сыграл и исполнил все песни Терен Эджертон. Премьера картины «Рокетмен» состоялась 16 мая 2019 года. Джон и Эджертон записали для фильма новую композицию «Амгана Love Me Again», которая принесла музыканту второй Оскар за лучшую оригинальную песню. Производство «Рокетмена» осложнялось тем, что многие продюсеры хотели работать над фильмом только в том случае, если ему будет присвоен рейтинг PG-13. Однако Джон заявлял, что он вел совсем не такую жизнь, которую можно было бы загнать в рамки почти детского рейтинга. Интересно, что в 2012 году Элтон признавался, что хотел бы увидеть в роли себя Джастина Тимберлейка, который одно время даже вел переговоры об участии в фильме о Джоне. В сентябре 2019-го музыкант выпустил автобиографию «Я, Элтон Джон. Вечеринка длиною в жизнь», аудиоверсию которой озвучил Эджертон, а пролог и эпилог прочитал сам Джон. В 2020-м бывшая жена Элтона Рената Блауэлл, которая никогда не хотела афишировать их прошлое, подала на него в суд за неоднократное упоминание их отношений в книге, фильме и соцсетях, поскольку этим он нарушил условия их бракоразводного договора и потребовала компенсацию в 3,7 миллиона долларов. В том же году они урегулировали иск в частном порядке. В октябре 2021-го артист выпустил совместную пластинку «The Lockdown Sessions», записанную во время первого локдауна. Среди исполнителей, с которыми Джон поработал в рамках альбома, были Майли Сайрус, Дуа Липа, Ники Минаж, Стиви Уандер, Стиви Никс, Эд Ширан и Бритни Спирс. В феврале 22-го Элтон Джон опубликовал пост в Инстаграме, в котором поддержал украинский народ и призвал остановить войну России против Украины. Также он присоединился к флешмобу мировых знаменитостей Stand Up for Ukraine, пожертвовал 125 тысяч долларов платформе United24, выступал за организацию гуманитарного коридора для жителей Мариуполя, а на одном из концертов, заметив в толпе девушку с украинским флагом, остановил выступление и указал на флаг публики, которая поддержала украинку бурными аплодисментами. 25 июня 23-го артист стал хедлайнером фестиваля Glastonbury, закрыв его двухчасовым прощальным выступлением. Интересно, что мероприятие собрало наибольшее число телезрителей за всю историю фестивалей в Великобритании. Тем временем тур «Farewell Yellow Brick Road» из 330 концертов затянулся из-за санитарных ограничений и проблем со здоровьем Джона. Во время одного из концертов он потерял голос, и у него была диагностирована атипичная пневмония. Последний концерт тура состоялся 8 июля 2023 года в Стокгольме. Прощальный тур Джона собрал 940 миллионов долларов и стал вторым самым кассовым туром всех времен после The Eras Tour Taylor Swift. Кстати, больше об этой феноменально популярной певице вы также можете узнать из другого видео на нашем канале. В 24-м году Джон стал 19-м обладателем EGOT, то есть 4 самых престижных наград шоу-бизнеса — Эмми, Грэмми, Оскар и Тони. После того, как получил Эмми в категории «Лучший варьете спецвыпуск» за программу «Прощание на стадионе Доджер».
И хотя Элтон завершил гастрольную деятельность, он заявил, что и дальше будет выступать на некоторых шоу. Более того, уже планирует запись нового альбома. Также на сентябрь 24-го запланирован выпуск книги воспоминаний о пятилетнем прощальном туре. Элтон Джон входит в число самых продаваемых и самых высокооплачиваемых знаменитостей мира, что неудивительно. Десятки успешных альбомов и масштабных туров помогли Джону сколотить фантастическое состояние. И на сегодняшний день оно оценивается в 650 миллионов, разумеется, долларов. Помимо творчества, крупные суммы ему приносят участие в разнообразных рекламных кампаниях. Так, например, в 1991-м Джон появился в рекламе диетической колы. В 2001-м принял участие в съемках рекламы Королевской почты. В 2012-м прорекламировал Пепси. В 2018-м артист снялся в рождественском ролике лондонского универмага John Lewis and Partners, заработав более 6 миллионов, а также в рекламе шоколадных батончиков Snickers. В 2021 году появился в рекламе службы доставки Uber Eats, а в 2023-м чипсов Doritos. Любопытно, что еще в 2000 году его чистый капитал составлял всего 100 миллионов из-за ужасно расточительного образа жизни. В 90-х он тратил по несколько миллионов в месяц. Тогда же он обзавелся музейной коллекцией из 28 автомобилей, 20 из которых он продал на аукционе в 2001 за 20 миллионов. Среди элитных машин были Мазерати и Астон Мартин, а также различные модели Ягуар, Феррари, Бентли и Роллс-Ройс. Джон известен и как увлеченный коллекционер произведений искусства. Их общая стоимость достигает 200 миллионов. А в феврале 2024-го артист выставил около 900 предметов из личной коллекции, в которую вошли картины, фотографии, ювелирные украшения, одежда и обувь на аукционе Кристис в Нью-Йорке, в итоге заработав 20,5 миллионов. Также Элтон владеет более чем 1000 пар очков, и однажды в СМИ появилась информация, что он всегда бронирует второй номер в отеле для своих аксессуаров. Артист утверждал, что это неправда, хотя хрен его знает. В собственности музыканта есть множество шикарных объектов недвижимости. Так, с 1974 года основным домом артиста является огромное поместье Вудсайд в Старом Виндзоре, построенное в 1750-х годах. Элтон приобрел дом за 400 тысяч фунтов стерлингов, что с учетом инфляции и изменения курса валют сегодня эквивалентно 5 миллионам долларов. Дизайн интерьера отличается деревянными и золотыми акцентами, которые, по словам Джона, он выбрал после пребывания в реабилитационном центре. Сейчас он живет здесь с мужем и детьми, но раньше тут обитала и его бабушка, которая расположилась в старинной оранжерее. В доме, помимо прочего, есть библиотека, а в саду площадью более 14 гектаров есть цветочные клумбы, водоемы, конюшня для ослов и пони и даже скульптура тиранозавра Рекса в натуральную величину по имени Дейзи. В 92-м Элтон стал владельцем пентхауса площадью 232 квадратных метра в Атланте. В течение следующих 20 лет он купил еще 5 квартир в этом здании, объединив их в пентхаус площадью более 1200 квадратных метров. В конце концов, в сентябре 23-го он выставил его на продажу за 5 миллионов, но всего месяц спустя сумел продать за 14. Мамкин бизнесмен, а? В 2015 году он приобрел обширное поместье в Беверли-Хиллз за 33 миллиона. Построенный в 1966 году главный дом площадью более 2300 квадратных метров отличается эксцентричными интерьерами и включает в себя 10 спален, 22 ванные комнаты, да-да, именно 22, гостиную и столовую, 9 каминов, гардеробную и многое другое. Поместье также может похвастаться большой придомовой территорией. В 22-м году Элтон продал эту потрясающую виллу за 75 миллионов. Однако у музыканта остались еще две резиденции неподалеку. Одна из них была куплена в 12-м году за 7,2 миллиона, другая в 21-м за 8,5. В 22-м году Элтон обзавелся пентхаусом в живописном здании в Торонто, которое отличается обилием зелени на каждой террасе, а его конструкция имитирует дом на вершине горы. Цена, которую заплатил артист за пентхаус, не разглашается. В собственности артиста также имеется таунхаус в шикарном лондонском районе Холланд-Парк,
дом с видом на Средиземное море в Ницце, а также квартира в палаццо на острове Джудекко в Венеции. Однако никаких подробностей о них неизвестно. Элтон Джон тратит баснословные суммы не только на собственный комфорт. Однажды СМИ назвали его самой щедрой знаменитостью Великобритании, подсчитав, что он тратит на благотворительность гораздо больше других известных сограждан. Музыкант регулярно участвует в различных акциях, кампаниях и движениях. Более того, руководит своим благотворительным фондом борьбы со СПИДом. Джон решил основать фонд после смерти подростка Райана Уайта, который заразился ВИЧ при переливании крови и умер в 90-м году. Артист выделил на финансирование проекта более 125 миллионов. Он по-прежнему отдает крупные суммы на развитие фонда, который также поддерживают другие звезды и меценаты. А вот с некоторыми коллегами по цеху музыкант откровенно враждует. Так у него сложились очень странные отношения с Родом Стюартом. Звезды утверждают, что дружат, однако однажды Джон нанял снайпера, чтобы тот, спокойно, сбил воздушные шары, которые Стюарт запустил в небо для рекламы своего концерта. А когда Род вывесил огромный баннер, рекламирующий его тур под названием «Блондины веселее», Элтон разместил свой баннер на здании напротив с надписью «Но брюнеты зарабатывают больше». Своеобразная дружба, не правда ли? Также Джон знаменит своими многочисленными ссорами с Мадонной. Их вражда началась в 2004-м, когда на церемонии вручения премии Q Awards его взбесила номинация певицы в категории «Лучшее живое выступление», поскольку он был категорически против пения под фонограмму. Мадонна никак не реагировала на публичные унижения со стороны коллеги, а в 2012 году даже приняла принесенные им извинения. На вручении премии GQ в 2008 Джон и Лили Аллен, будучи соведущими, обменялись огромным количеством взаимных оскорблений. Хотя Аллен потом объяснила, что это была всего лишь шутка. Элтон – большой фанат футбола. В 70-х и 90-х он был председателем и директором клуба «Уотфорд». И до сих пор остается его почетным президентом. Несмотря на то, что Элтон за всю карьеру не написал ни единого текста к своим песням, он обладает удивительным талантом превращать любой набор слов в песню. Так, например, в одном из ток-шоу 97-го года он на ходу положил на музыку инструкцию к духовке. Как вы считаете, в чем секрет более чем полувековой популярности Элтона Джона?